Говорит Аль-Кабирату Сабиа Уль-Арбаун Ат-Та'ну Филь-Ансаб. 47-й большой грех Ат-Та'ну Филь-Ансаб, то есть порочение рода человека и семейства человека, его фамилии. Говорит Кадсаха Анна Далика Куфрун. Говорит имам Аз-Захаби, пришло достоверно то, что это является неверием. То есть имеется в виду неверием малым. Как известно, неверие малое хуже, чем большой грех. Калин Набию саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Итнатан гума бин наси куфр». Два действия и два явления распространены среди людей и являются неверием. «Ат-та'ну фин насаб ва ан-нияха 'аляль-майт». Это порочение рода человека, его семейства, его фамилии. «Ва ан-нияха 'аляль-майт». И также оплакивание умершего. Этот хадис разбирали мы только что в чем? Только что при разборе предыдущего большого греха. Хадис, как мы сказали, приходит у имама Муслима со слов Абу Хурейры радиаллаху анху. Значит, что пришло в этой главе, привел имам Аз-Захаби единственный вот этот вот контекст, и его более чем достаточно. То есть в нем приходит указание на то, что порочение человека и порицание человека за его род, за его фамилию, за его родителей и предков и тому подобное. И сюда же относится, что порочение за цвет кожи или за национальность или что-либо подобное, все это является большим грехом. Более того, порочение рода человека названо в шариатских контекстах куфром, названо неверием. И опять-таки имеется в виду какое? Неверие имеется в виду малое. Так, давайте здесь сегодня остановимся и следующие большие грехи, иншаллах, будем разбирать на следующих уроках. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.